что, будешь рыбачить, Ерош? Давай. Сейчас тебе скажут, что как. Привет, мои дорогие. Всем приветики. Вот решила выйти на пару минут из открытого моря, показать вам всю красоту. Не всех, да, получается, все-таки. На остров мы заходим. Ага. Лен. Зачем? Купаться. Ну, я не знаю, если кто-то будет купаться. Давайте зайдем. Я не буду купаться. Спинку выпрями, Ерош, расправь плечики. Ой. Спасибо вам, ребят, конечно, за комплименты по поводу особенно моей красоты. Я вчера просто ужасно отравилась. Уже говорила, да, что первый раз, ужасный у меня вид, первый раз в жизни отравилась в Таиланде. Сколько? Я, знаешь, вчера где видела? Они вчера возле Камалы проезжали. Откуда? Вот Камала, знаешь, где пляж Камала? По-моему, я вчера там видела. Тебе привет от моего друга Маги. О, Господи. Красиво, да? Юра, что ты уже ел? Ты ел какое-то печенье, что ли? Под шумок. Я вот эти штуки ел, которые палочки. А зачем ты их ел, Юропошечка? Да, очень красиво, ребят. Очень красивый цвет воды, необыкновенный. Знаете, вода прям, вот она какая-то... Даже не скажу, что бирюзовая. Ой, чем отравилась, ребят, вы знаете, это завтракала. У меня вчера был один прием пищи, это был завтрак. Сейчас будет рыбалка, Юра будет рыбачить. Один был прием пищи, это был завтрак. Я на завтрак, причем в таком, ну, в дорогом ресторане мы были, да. Я съела, я уже говорила, там яйца Бенедикт с копченым лососем. И все, это было утром, сразу после тренировки. Вот. И я уже в середине дня как-то себя плохо почувствовала, к вечеру это был просто трэш. Хорошо, что меня спасла команда друзей. Привезли мне из такой тайское лекарство, уже ночью мне привезли в 10 вечера. Какой-то кролик там летающий, я его выпила. Вот, и мне стало полегче, но все равно до сих пор еще очень сильная слабость. Да, ребят, посмотрите на красоту, на меня сейчас лучше не смотреть. Я выложу обязательно в сторис это лекарство, оно у меня здесь с собой, я его обязательно с собой даже взяла на всякий случай. Да, Юра наловит сейчас много рыбы, подкармливали креветками. Креветки бросали сейчас тайцы с лодки. То есть рыба сейчас будет очень хорошо клевать. Вот. Ну что, красиво, да, согласитесь? Спасибо, ребята. Да, конечно, я выздоровлю. Надо просто пережить. Еще уже не могла отложить эту рыбалку, потому что обещали Юре. Вот мы плыли где-то полтора часа на этот остров. Вот, и мне, конечно, ну, меня не укачивает, это понятно, но все равно мне было не до, понятно, что не до рыбалки, но обещала ребенку, естественно, поехала. Вот. Юра там у нас капитан. Юра, ты капитан, что ли? Ничего себе, ты крутой. Через другую сторону. Через другую.
Токио, привет, всем привет. Мы вас любим любой, даже сидящий на унитазе. 6 часов непрерывно. Спасибо, ребят, что вы меня любите. Я вас тоже всех люблю. Блин, я просто, знаете, я такой человек, я очень редко болею. Ну, практически никогда не болею. И меня, конечно, вот такие вот ситуации подкашивают. Потому что я люблю владеть ситуацией. А ты не владеешь ситуацией, когда ты не можешь отойти от туалета дальше, чем на 1 метр на 5 минут. Извините уже за такие интимные подробности. Тверь, привет. Вот. Барнаул, привет. Всем привет, мои хорошие. Да, это, конечно, смешно, но все, кто в такой ситуации когда-либо был, все знают, что как бы это, конечно, смешно до поры до времени. Ой, Дагестан, привет. Ладно, мои хорошие, в общем, короче, вы меня не теряете. Мы сейчас высадимся на острове. Я плавать, конечно, не буду, хоть купальник взяла. Попозже на закате, может, поплаваю, может быть, через пару часиков еще получше станет. Сейчас очень сильная слабость. Вот. Давайте, в сторис вам покажу рыбу, которую Юра поймает. Кемерово, привет, всем привет. Дагестан, привет. Цвет воды, да, очень красивый, девчонки, нереально красивая вода. Вот хотела вам специально показать что-нибудь такое красивое, чтобы вам поднять настроение. Надеюсь, что в России уже тоже солнышко, что скоро весна. Все, мои хорошие. Давайте, пока-пока. Армения, привет, всем привет.